Юристы, дизайнеры, экономисты, психологи и другие специалисты. Каждый из них прошел долгий и трудный путь к высоким показателям в изучаемой отрасли. Теперь продолжить добиваться поставленных целей они будут как профессионалы, у которых уже есть хороший потенциал. Задача любого вуза, по большому счету, это научить вас учиться самостоятельно, сформировать потребность, читать новую литературу каждый день. Только при этом условии вы будете настоящими профессионалами. Разрешите от лица преподавателей, сотрудников, ректората поздравить вас с получением государственных дипломов. Ура студентам Международного инновационного университета! В адрес выпускников звучали не только словесные, но и музыкальные поздравления. Свои творческие подарки преподнесли студенты университета, многие из которых являются лауреатами международных и всероссийских конкурсов, а также творческие коллективы города. Отдельно чествовали студентов, окончивших вуз с отличием. На сцене им вручили красные дипломы и грамоты. Передовики учебы, в свою очередь, выразили признательность профессорско-преподавательскому составу и всем сотрудникам университета. Некоторым выпускникам учеба в вузе настолько понравилась, что они решили продолжить развивать свои научные достижения. Я хочу поступить в магистратуру, стать магистром, соответственно, повысить свои знания и продолжить работу со всеми преподавателями. Большое спасибо всем, кто мне помогал достигнуть моей мечты. Международный инновационный университет дает возможность каждому не только окончить престижный вуз, но и найти работу по душе и с хорошим заработком. Университет предоставляет стажировки не только в ведущих российских компаниях, но и за границей. Полученный опыт позволит выпускнику стать настоящим профессионалом. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.